Салат «Цезарь». Сегодня приготовим очень вкусный салат «Цезарь». Это хрустящая курица, которая маринована по-азиатски стайл. Не могу говорить, я его хочу кушать. Всем привет! Сегодня с вами шеф Вивьен, настоящий гасконец. Эй! Гасконец! Салат «Цезарь» сегодня приготовлю специально для вас, который я люблю, это курица, салат «Цезарь» шеф Вивьен. Есть много рецептов, соус, салат «Цезарь», настоящий, это вообще несколько ингредиентов. Но сейчас мы будем взять как обед или как ужин. Что нам понадобится? Салат, луче ромен, у меня сердце ромен, пармезано, пармезан, хлебный тост, яйцо. Для соуса нам нужно желток, сливки, пармезан, чеснок, анчоуз, лимон, уорсестерский соус, табаско, перец. Для курицы нам нужно грудка курица, у меня малафиле, гвиет курица, имбирь, красный острый перец, панировка, белки из яйца, красный острый перец, имбирь, соевый соус, кунжутное масло. То самое первое будем мариновать наш курица, то будет еще вкуснее, поэтому берем наш курица. Я использую тонкий час из грудка, который малафиле, имбирь, красный острый перец, который будем просто резать, он уже чуть-чуть сухой, я люблю острый, и положим туда. Имбирь будем чистить с ложкой. Имбирь, который всегда чистим с ложкой, кто оставит все в свой сок и свой вкус. Я вижу несколько видео в интернет, в YouTube, и люди, и даже шеф со звезд Мишлен, который чистит имбирь с нож. Для меня это плохо. То есть имбирь положим туда или маленькие кусочки, или микроплан. Это очень удобно. Чеснок. Я буду добавлять вот эту сухую пудру из чеснока, потому что поболее вкус, и как маринад быстро будет дать по-быстро вкус. Хоп. Соль будет соевый соус. Вот. Два ложка. И кунжутное масло, как вы понимаете, вот это будет дать вкус, паназианский вкус наш курица. Очень интересно. Теперь вот это перемешиваем. Вот это оставим, то он будет мариноваться. Я для салата «Цезарь» я люблю крутон из хлебный тост. Ну, можно французский багет. Просто я люблю треугольник из хлебный тост. Сделаем треугольник вот так. 4 треугольник на 1 хлебный тост, 8 треугольник сразу. Оп. Посолить, побыстро. И положить чуть-чуть оливковое масло. Оп. И это все. И положим духовка 160-170 градусов. Обычно 10-15 минут. А, наш курица мариновится, наш крутон готовится, то есть теперь можем взять соус. Теперь будем использовать анчоуз, который будем резать. Есть люди, которые сделают вот этот соус в миксер, блендер. Сейчас буду сделать руками. Я оставлю маленькие кусочки анчоуз. Я оставлю, конечно, два филе целиком для подачи тоже. Полезный анчоуз. Почему много людей любят цезарь? Потому что внутри много ингредиентов, которые вкус, пятый вкус умами. Потом чуть-чуть пармезан. Опять наш микроплан. Пармезан, который это 24 месяца. Если у вас, если вы не любите сыр, или у вас нет хорошо пармезан, можно хорошо конте старый. Если у вас не любите сыр вообще, вы положите туда чуть-чуть имбирь, будет вкусно. Можно пользоваться свежий чеснок, сделать пюре, тонкий-тонкий нарезать, или я буду использовать лучше, чем чеснок. Чеснок конфи, который мы сделаем в духовке. А есть видео для чесночный соус, и вот это уже мятки. Просто запеченный чеснок, и из его очень быстро сделаем пюре. И положим в наш соус. Теперь добавим желток
Жильки, жильток. Два. Жильки. Аккуратно. Теперь оливковое масло. Масло по чуть-чуть. Теперь будем добавлять капельки свежий лимонный сок. Alors, если у вас нет лимонный сок, можно чуть-чуть уксус. Я люблю Worcestershire соус, то есть будем давать капельки Worcestershire соус. Эйнс, пожалуйста. Оп. И капельки табаско. Тик-тик-тик. Попробуем наш соус. Офигенно. Это может быть уже ваш соус для сезар, но я буду сделать еще чуть-чуть лучше. В наш соус я придумал один день, что есть сливки, но будем его взбить. Я положил мои сливки в холодильник очень холодный и будем его взбить. Почти как шантии. И теперь его будем добавлять чуть-чуть по чуть-чуть. Это раньше, чем подача. То есть у нас почти все готово. Теперь жарим курица. Сковородка и масло, или у вас есть уже фритюр, почему нет, это будет побыстро. Наш курица маринованная. Сбить чуть-чуть бельки. Берем наш курица, положим в бельки. Оп, потом панировка. Хорошо нажимаем. И положим сковородку. Оп, это домашняя панировка, как вы видите. Ну, конечно, если у вас есть фритюр, будет побыстро. Сковородка 2 минуты каждой стороне, будет окей. Очень жарко внутри, и он начинает свой процесс приготовления внутри. И он будет оставить сочный. Всегда, когда мы сделаем фритюр и все вот это, много бумажка, и кто не будет жирнее, сразу бумажка. Резаем наше яйцо, 4 часа. Я люблю вот это готов, который называется гра-кви, жирный готов, потому что вот это не моле, это не варенье яйцо, это гра-кви называется. Это очень вкусно. Берем один салат, у меня два свет салат, будем перемешивать и резаем с руками кусочки примерно 5 сантиметров плюс-минус. Соус, воздушный соус. Я люблю много соус, в салат Цезар. Перемешиваем. Голубокая тарелка. Оп. Центру наш тарелка. Положим наше яйцо. Гра-кви. Положим наш крутон. Красиво. Положим наш курица, который хрусташ. Не забиваем наш анчоус. Если у вас есть эконом, пармезан. Вот, добавляем какой зелень. У меня есть орегано, может быть петрушка, может быть ничего. И просто еще раз добавлять еще сверху пармезан. Но сейчас, я думаю, совсем чуть-чуть. Как снег. И капельки оливковое масло. Капельки оливковое масло. И наш сезар готов. Всем приятного аппетита!